Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас совершенно эксклюзивные кадры. Мы увидим вместе с вами, как зарождается жизнь нового ювелирного украшения и проследим за ним от момента эскиза до отправки в руки счастливой обладательницы. Мы уверены, наверняка многим из вас интересно узнать, как создаются ваши любимые ювелирные шедевры, и поэтому приготовили для вас обзорную экскурсию по любимому заводу всей страны – Приволжскому ювелирному заводу «Красная Пресня». И вот, наконец, наступает один из самых ответственных моментов – литье готового изделия либо деталей для дальнейшей сборки. Готовы формы из гипса, созданные ранее по образцу. Готовы восковые елочки. Готово и серебро, которое до этого момента хранится в виде вот таких приплюснутых шайб. И вот происходит настоящее волшебство. Трудно представить себе, как в мире, где, казалось бы, уже каждый процесс заменен машинным трудом, присутствует вот такая отрасль, в которой люди трудятся для людей, вкладывая в каждое действие частичку своей души. Процесс работы с раскаленным серебром выглядит просто потрясающе. Как только елочка достается из формы, мы видим ее темной, но после ее отмывают в специальном растворе, и она становится светлой, почти белой. После того, как металл охладится и затвердеет, центральная часть от готовой елочки снова отправится на переплавку для будущих изделий.